Привет, друзья! Вы на канале Саша Орлова & Co. Я рада приветствовать вас. И сегодня мы в Китае, как и обещали. Приехали мы в город Суйфэнхэ заняться своим здоровьем. И мы находимся в центре народной медицины. Хочу сразу отметить то, что мне бросилось в глаза, что здесь очень современно, красиво, чисто. Убирают без перерыва уборщики. Персонал, да? Полируют пол, так как он такой кафельный. В общем, все для людей, все для удобства. Даже есть эскалатор. Это вообще необходимо, я считаю, для современной больницы. Нашим больницам тоже можно взять это на заметку. Потому как люди есть, которым трудно передвигаться, да? И вот это очень доступно так. Удобно, я бы сказала. Понравился подход китайцев. Нас встретил переводчик. То есть языковой барьер мы преодолели, да? Мы будем хорошо понимать друг друга с врачом. Это плюс. Современный такой подход. Да, сейчас вы можете подумать, что мы находимся где-то в каком-то кафе. А нет. Мы находимся в комнате отдыха. В больнице вот такая есть. Оборудована специально для людей, чтобы можно было отдохнуть, скоротать время. Нам предоставилась уникальная возможность задать вопросы главному врачу народной больницы. Вер, представь, пожалуйста, нам доктора. Здравствуйте всем. Это наш директор, главный врач нашего больницы, куда-то Суйфэнхэ, Чэн Манцан, господин. Здравствуйте. В России пользуется популярностью томография. И нас интересуют цены. Сколько стоит сделать томографию каждой части тела? Дорогие друзья, наша больница – это государственная больница и единственная государственная больница в городе Суйфэнхэ. Поэтому наше оборудование очень современное. Да, и еще наша стоимость на обследование, на томографию, МРТ, все так далее, все цена по стандартной, то по государственной. Конечно, цена, ну, конечно, там у нас есть специальный там пресс-лист, который там все написано, да, цена на свете. Угу. Ну, каждой части там, допустим, 150-200 юаней, там написано все прямо на бумажке. То есть, ну, что? Вот... Позвоночник, допустим, по спину, да, сделать, mm-hmm. это будет там 200 юаней, допустим, да? Mm-hmm. 那全量请问就是一个颈椎从头椎到这个腰椎整个它这个费用它这个是多少钱一条颈椎下来的？ 它是按部位，部位它有双排CT， 还有64排CT， 它这个价格呢也是不统一的，因为我说我们那个价格，我常常跟你说都是这个国家统一定价，所以它这个价格都不是很高，都是完全按照我们国民的价格。 Почему? Потому что позвоночник считается всего три части. Шейный, грудной и поясничный. Да, части. Каждой части по каждой цена. Да. Ну, цена там написана в пресс-листе, то есть цена все под контролем. Ну, в любом случае, я думаю, что я должна это сказать, что цены ниже, чем в коммерческих клиниках, правильно? Mm-hmm. Мне очень интересно узнать среднюю продолжительность китайца, женщин и мужчин. У нас中国的平均寿命应该是在70，随风河这块我们是平均寿命是72左右，男的比女的寿命稍稍能长一些吧，能达到73左右。 Помимо Суйфэнхэ, говорю, не говорю, что весь Китай, Суйфэнхэ, потому что медицина, вы по Суйфэнхэ имеете ответственность. Получается, что мужчина, женщина, получается, что 72 средних раз, возраст, 72, а мужчина немножко больше, чем женщина 1 лет, 73 средних. То есть мужчины живут дольше, да? Да, мужчина дольше, 1 лет, 1 год. А в России наоборот. Женщины дольше живут. Да, мы хотим сказать вам огромное спасибо за теплый прием.
за гостеприимство, за то, что вы такие открытые профессионалы, открытые добрые врачи. Мне вообще очень это у вас понравилось. Я желаю вашей больнице процветания, конечно же. А мы будем к вам приезжать и доверять вам свое здоровье. Дорогие друзья, в нашей больнице имеете очень современные медицинское оборудование, например, томография, 64-срезовый компьютерный, и производство немецкое, и там МРТ, современное оборудование, производство это американского производства, и свиное УЗИ, у нас в больнице имеет 4 свиное УЗИ, и линки, и так далее, столько много современных передовых оборудований. Конечно, вам интересно, сколько там по цене, сколько стоимости. У нас да, например, позвоночники, каждой части, например, шейные позвоночники стоят каждой части 150 юаней, это двухсрезовых. Да, еще 64-срезовых стоит 250 юаней. Я по юаней говорю, 200. Угу. И цена у нас будет на УЗИ стоит 100 юаней каждой части. Брюшной полости, почки. Да, еще там по-женски, это каждой части 100 юаней, 100-120. Так что так и дела, спасибо. Постельное, да, постельное белье? Да, постельное все, да, кстати. Помните, как это наши бабушки? Подушка на подушке и... Да. 5 год, ну, по-русски хорошо разговариваешь. Сейчас пенсию.
Сейчас 50 лет, уже здесь отдыхаю. Он уже сейчас 89 лет в России работает пограничный. Огра 55 лет. Он сам и по-русски говорит. Сейчас за него заботится государство, получается. Да, уже 50. Ну так вот. Так что администрация российских... Когда Новый год, когда праздник, они все посидят здесь и концерт. Недавно русские приехали здесь и концерт.